Тариф на коридор ОСАГО расширяется на 20% вниз и вверх. Соответствующее распоряжение Центробанка России вступает в силу с 9 января. Диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц увеличен и теперь составляет от 2746 рублей до 4942 рублей. Прежде базовая ставка варьировалась от 3432 до 4118 рублей. Другие вступившие в силу изменения касаются системы коэффициентов, используемых при подсчете цены полиса. Теперь система возраст-стаж разделяется на 58 категорий вместо предшествовавших 4. Максимальный коэффициент для водителей от 16 до 21 года меняется с 1,87 до 1,8. Для водителей пожилых от 59 лет со стажем от 6 лет снижается до 0,93. Скидка таким образом составит 7%. Кроме того, изменится система присвоения коэффициента бонус-малус КБМ, зависящего от страховой истории водителя. КБМ может быть повышающим при наличии ДТП или понижающим при безаварийной езде.